Четыре, три, два, один, Новый год! О, все. Ну все, держись. Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим, кто будет держаться. Что я сделал? Юзи играет! Юзи играет. Или нет? Нет. Он играет или нет? Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Что происходит? Надо поставить. Настя играет. Что я сделал? А где ворота? А, ворота уже там. У меня есть, да, у меня есть ворота. Все нормально, я сейчас... Да куда? Эй! Беги! Беги! Нет! Беги, лес, беги! Нет! Нормально, будет совсем. Ух ты! Вау! Так, все отлично. Коу. И как дальше атаку развивать? Ну и как мне дальше атаку развивать, скажи мне. Че, где вообще мяч? О-о-о-о-о! Ну вратарь, отдал! И не получается, команда. Ты что, куда? Гарри О'Нил. И футболисты ЦСКА теперь. Черт, дебил! Дебил. Он дебил просто. Вот этого игрока мы удалим после этого. Просто удалим его. И десятером все равно будете играть, да? Дали им! Сейчас на плечах соперника. Че они такие тормозные? Они очень долго реагируют. Очень опасно может быть. Контратака пошла. Тут если сейчас такой. Контратака пошла! Понимаешь, он сам. Дал сюда, дал мячик сюда просто. Дошич. Подось мне еще. И неожиданно, и красиво. Неожиданно и некрасиво. Возможность уйти в контратаку. Нет, нет. Возможность. Оп-оп-оп-оп. Ключитай. А, нет, нет! Нет? И должны армянцы игру продолжать. Ой, что было-то? Он сам напрыгнул. Сам напрыгнул на ногу. А, значит, дальше я бью, окей. Держи, что ли. Хорошая передача партнёру. Ну, вообще, Фонда. Ну, нечестно. Хороший был. 10 из 10, на самом деле. Все, я разозлился. Да, только что... Смотри, я золотой такой. Ну, дякую! Тупо-бо! Загоев. Сейчас, смотри, как пацанет сейчас сразу. Вот, тебе прямо. Ну, нормально. Прокатился. И футболисты ЦСКА теперь владеют мячом. Нет, я его владею. Свисток мы слышали. Свисток мы слышали. Количество фолов. Нет, 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 нет. 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 Эй, кто это убил? Противника. У них просто сцепление с мячом плохое. Дождь, потому что. Вот я и говорю. Давай, поставить надо. Все, поехали, Загоев. Пацаны. Бакуем. А партнер не так уж далеко и открыт, вот ему и пас. Да вы че? Жалко исходит. Ух ты. Ну да! Хрен тебе. Я еще не закончил с тобой. Ну, нет! Ты РБ что ли зашел там? Че? Ты ЛБ там зажал? Я ничего не зажимал. Или ты на себя подряд крутишь? Я шел, чтобы они пасовали, они пасуют. Они пасуют, причем ты заранее нажал, типа еще ничего не произошло. Пока летит мяч, нажимаешь пасовать, и он пасует уже после того, как получил мяч. Я не ожидал такого подставы на самом деле. Оп. О-о-о-о! Нет! Побежал заранее, он побежал к Слёны, он просто побежал оттуда. Все, отлично, отлично. Нет, отлично. Нет, нет. Прорыв, нет, прорыв, нет, 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 да. Нет, нет. Получает, никто не получает. Ну, Тейлор. Нет, нет, нет. Теперь посмотрим, ошибется ли соперник. Передача ровно так же. Опа, опа, опа. Ошибется ли соперник, ошибется ли соперник. Он пенисом отбил. Пенисом отбил вначале. Стопудово. Спасает ворота, когда оп, 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 оп. Что они делают? Это так глупо смотрится. Нет, ничего, нет, не зажигай, не зажигай. Хаба! Это Киршаков какой-то. Смотри, смотри, пустые ворота вообще. Пролетает мимо. Все. Нет!
Нет, не, отдай, отдай мой мяч. Отдай мой мяч. Куда они все летят мимо? Куда? Нет. Куда ты осанул, тварь? Что вообще происходит? Выбивай! Окей, молодца. Все, пошел, поехали. Ну и кто так делает? Вот, вот кто? Сейчас я просто пробегу, может быть. Нет, 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 нет. Вот такой грустный для атакующих конец. Такой грустный для атакующих. Они еще издеваются надо мной. Такой грустный для атакующих конец. Знаете, что будет грустно? Конец игры, конец атаки. Слишком много. Слишком много острых моментов. Мне не нравится. Песню испортил, согласись, Вась, да, буквально. Вообще песню испортил, вот. Ну что ж, раз есть так игрок, который может делать такие передачи, может, и еще сделает раз. Вот, видишь? Что ты вообще сделал? Как тебе и вообще не выбили тебя? Не прервел он этот пас, соперник вышел бы вперед, а отыграться бы не удалось. Отдай. Как легко защитника обыграл. Как ты так легко обыграл? Что? Нет! Нет, что он еще пританцовывает, тварь! Везет тому, кто везет, и похоже, это победа. Да, этот гол уже не отыграть. Этот гол уже не отыграть, да вы капитаны. Только во втором тайме. Ну что, тебе все шансы, да. Загоев. Я, отдай! Не торопится арбитр со свистком. Но, видимо, любит футбол, любит, когда играют. Думаю, что следующий... Что происходит? Настолько там? Нас там столько! Нас там было столько, и мы ничего не могли сделать, какие-то стоят просто. Куда он бежит? Вот чё он там встал? Танцует там. Тихо. Тихо-тихо, все. Довести до конца. До ума. Атаку эту так и не удалось. А времени, похоже, осталось всего на одну атаку. Вот сейчас. Отдай! Отдай мой мячик! Мой мячик! Отдай мой мячик! Мой мячик, отдай! Да куда ты? Чё ты творишь? Мой мячик! Мой мячик! Мой мячик! Вы куда? Мой мячик! Ну нафиг! Мой мячик же! Хороший гейм. Еще, я не смогу еще дополнительное время там. Нет, даже не заметили непогоду. Сегодняшний настолько красивый. Заметили только мы, наблюдательные циники. Это была отличная игра. Наблюдательные циники. Увидимся на следующем матче. С вами был Юрий Розанов. Ну неплохо, да-то.